Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию предлагается open house в тихом, таком симпатичном закуточке города Саннивейл. Вот так, окрестности такие. Тихо, мило. Еще нет зелени, так толком. Февраль заканчивается. Вот. Ну, а где-то есть, вот тут ива какая-то стоит. Сейчас мы пойдем туда под эту иву, и там дом, open house у нас. Значит, просят за него 2 миллиона, за этот дом. Он несколько лет назад хорошо так, значит, перестроен. В нем 4 бедрума, 2,5, 2,5 санузла. Единственное, что я не понял, сколько площади участок, ну, мы спросим. Светлана уже пробежалась и говорит, что вот это пример того, что можно сделать относительно небольшими усилиями. Они выдвинули вперед, выдвинули назад. Ну, мы сейчас со Светой поговорим. Ну да, здесь такая... Ой-ой-ой, как она скрипит жутко, но... Да. А так вроде открыто. Не, ну, хорошо. Это мастер, тут два мастера. Это мастер. Да. Значит, дело в том, что он был ремодулен, тут написано. Да, да, я читал. В 2014 году, и тут 2000 скверфутов. Но аскин прайс уже 2 миллиона. Да. Сколько же наш дом стоит? Свет, это вопрос, который зрители с удовольствием пообсуждают. Да. Значит, так, ну, ну хорошо. Ничего, уже симпатичненько. Очень мило, да, да. Очень мило. Это не выпендриваясь, но да, в рамках. А что такое? Что такое сейчас 2 миллиона? Это какой лот? Какая площадь лота? Ты не знаешь? Вот тут наверху такое хозяйство симпатичное. Смотрите, с какими-то блесточками. Широкий коридор. Смотри, да? Коридор хороший, широкий. Ой, это шкаф. Тут люди живут. Я понял. Так. Люди живут. Там их одежонка. Это вот полтуалетика. Гости пришли, значит, рыцари зашли. Ой, это гараж. Это гараж на две машины. Ну, тут они стащили все, что могли из дома. Так, значит, 6 соток лот. Это знай следам. So you did some staging here? Yes, yes. We have a really good 3D virtual tour online. Yeah. When we go somewhere, we just look at specific points. Okay. Yes, sure. Yeah, it's good. So it was done like 2, 3, 4 years ago. Yes. Okay. Oop. Да. Очень мило. Очень мило. И там и дворик есть. Ну, 6 соток. 6 соток это уже ничего. Это уже ничего. Я пытаюсь открыть. Окей. Давайте чуть-чуть выйду. Вот тут такой дек. Ну, скромненько. С грибочком. Ну, травка, да, не знаю. Я видел в таких же примерных обстоятельствах, вот вместо травки бассейн, например, так все бочком-бочком мимо этого бассейна проходят, чтобы не свалиться, я не знаю. Тут для бассейна, конечно, маловато. А вот эти вот, видите, окна, они когда ремонт сделали, так их вот выдвинули. Ну что, что само по себе должно быть очень мило, когда внутрь заходишь. Мне на самом деле нравится вот... Вот стекла, которые тут, они такие, как бы, симпатичными такими прорезями. Ну, камин, обычно камин такой, да, туда внутрь вставляют электрический, а кирпичик закладывают, там, скажем, мраморной плиткой. Это очень принято. Is this part of the addition, or where did they... No addition there. Only addition for the house. Я думаю, что это здесь такое. What is supposed to be here? We have plantation shutters in the garage. Okay, okay. So if you want some separation from the living family, then yes. Okay, тут можно шторки повесить. Хорошо. I like that one. А? Какие попугайчики, ребят.
Потрясающе. Так. Ну, это стейджинг. Это они так, красоту. Да, да. Он сказал, что они не особо достраивали. Они выдвинули вперед вот тот часть. Ну, да, да. Этой, вот то, что я как раз сказал, что там... Ну, да, а назад там особо и некуда было выдвигать. Да, да. Но в 1800 они выдвинули, получилось две. Хорошо. Так. Ну, слушай, просторно, ты посмотри. Да, очень достойно. Он хороший, можно было очень сделать, достойно. Да. Вот так. Место есть. Место есть. Такое ощущение, что люди, которые картинки подбирают, эти стейджинг делают, они прям специально мой вкус знают. Знаешь? Такие хорошие картинки. Так, это у нас walk-in closet. Так вот, разложить шмоточки. Здесь очень мило. Слушайте, ну действительно, ну как бы грех жаловаться. Вы скажете, а 2 миллиона не у каждого есть. Я с вами соглашусь, друзья. Как я с вами соглашусь насчет того, что есть не у каждого. Я скажу больше, если бы у каждого было 2 миллиона, так он бы стоил 5. Понимаешь, как? И так будет когда-нибудь? Да, инфляция, конечно, к этому идет. Это вот такой, я бы сказал, немножко старомодный. Хотя, может, они меняли двери, я не знаю. Они дверь поменяли, а шкаф остался. И немножко старомодное это все. Ну, да, шкафчик, одежонка. Да. Так. Тут сразу три комнаты. Вот из одной мы вышли. Это зеленая, видимо, детская. Я думаю, может быть, девчачья какая-нибудь. Да, такой цвет. Наверное. Салатовый, девчачий. Это написано Сэм. Сэм? Ну, пусть будет Сэм. Так, вот тут, видите, вот эти окна. Есть какой-то кайф в этом, да, в таком окне? Ну, немножко они расширили, то есть таком... Да, пространство больше. Слушай, как тебе эти книжные полочки? Это потрясающе совершенно. Друзья, можете себе дома так завести, кстати, вот такие книжные полочки. Я не знаю, как с нее книжку брать, конечно, она... Это тоже очень аккуратно. Очень аккуратно, особенно снизу. Да. Мне нравится вот такой стол. Это стейджинг. Стейджинг, да. Он, кстати, просто пленка, это не настоящий. Но так красиво. Красиво, приятно для глаза. Так, и вот третья комната. Это три спальни в одном углу. Так, тут вот такая спальня даже, можно сказать, со столиком для занятий. Я бы назвал ее детской. У меня тоже в детстве, Света, карты висели. Весь дом в картах был. Вся наша хрущевка и квартира была в картах. А, да. Да, эти булочки, конечно. Так вот я и уехал, Света. Да. Вот так висели карты. Так и уехал. Здравствуйте, путешествие. Да. Слушай, вот эта штука мне нравится. Не знаю, в чем мой смысл, но вот что-то в этом есть. Да. Так, итак, вот в этом углу три комнаты. Это то, что было изначально. И туалет. Сделали еще одну комнату. Ну, еще один мастер. Да, да, мастер. Да. Да, ну здесь очень, очень, очень приятно, очень просторно. Ну, в принципе, все, да, знаешь, да. Ну что же, телевизор такой, видишь, с согнутым экранчиком. Угу. Ну что, пойдем куда-нибудь? Угу. Пойдем дальше. Вот эта часть достроена. Вот это. То есть то, что мы там видели, оно было. А вот это достроили, получилось не три бедрума, а четыре. И еще половинка туалета. И вот, собственно, так. Вот это они сделали. Хорошо, только очень дорого. Ну, но у тебя тут простора нет для модификации. Нет, ну он уже все сделано, но... Ну чего же, хороший такой, более-менее нормальный флорплан. Можно туда въехать и жить нормально. Просто 2 миллиона, это очень дорого. Мы еще мозгами как бы не находимся в этих ценах, понимаешь? Ну, а на нашей улице, вот я скажу... Там тоже примерно в этом диапазоне. Там, может быть, там 1 800 000, основная часть домов. Но то, что там 1 800 000, рядом с этим не стоит. Да. На самом деле. Нет, вот это... хороший дом, но я просто. Я думаю, что он дороже уйдет, Свет. Я не знаю, но видишь, людей-то нет уже за 2 миллиона. Все-таки это очень большие налоги и все это дорого. Налоги, правда, да. Здесь купертинские школы. Это тоже плюс хорошая большой, школа, если да. Дети маленькие, там как раз есть для двух деток. Это самое, здесь помещение. Начальная школа и средняя школа. Даже не здесь. Надо в частную ходить. Не удобно. Надо частную ходить, а уже хай-скул так себе. Поэтому, если бы наоборот была хай-скул хорошая, тогда въехал уже, а у тебя уже ребеночек вырос. А то, получается, он маленький, угу. А потом он вырастет, и ему нужно в плохую школу ходить. А купертиновские школы хорошие.